Гена, ноги-то подними, полы помой, а. Ой, жена, ну ничего ты без моей помощи-то сделать-то прям не можешь. На, мой. Угу, помощничек, блин. Если надо, я тебе еще проверить помогу, ага. Как ты помыла. Я тебя проверю сейчас. Тряпка. Оксана, где пила? Да что ты такое говоришь-то, Ген? Где пила, спрашиваю? Ну, у соседа Витьки. А что ты даешь-то, кому попало-то? Ничего я не давала. Ну, пила у Витьки. Нафиг дала-то ему? Ой, ну дала один раз. Я же не знала, что он такой балабол-то. Че? Ой. Ген, помоги ребенку уроки сделать. Не, не буду я помогать ему. Почему? Ну, он уже в 4 классе, ты че? И че, у тебя так-то высшее образование, даже 2. Вот именно 2. Я не хочу в глазах нашего ребенка выглядеть идиотом. Спасибо. О, Ген, ты чё, где так долго был-то? Чего? О, ты чё, банк ограбил? Нет, я сдал наш счастливый доллар. Обалдеть, мы чё, можем теперь суши заказать? Да, нам как раз должно хватить. Классно, ура! Ген, а ты кота покормил? Да он сыт. Ну как посыт, покорми его, хорошо? Ген, а что у нас такая машина грязная? Ты же сегодня на мойке был. Сегодня какие-то обезьяны ее мыли. Ну что ты так мойщиков-то оскорбляешь? Ну если ты реально обезьяна, я сам удивился, даже вон на телефон снял. Ну-ка покажи. На, смотри. Ага, ну ладненько, все, давай до завтра, пока. Завтра Витька приезжает. И что, вы бухать собираетесь всю ночь? Да не, почему собираемся-то? Будем 100%. Гена, а у нас телевизор 3D? Нет, 2D. А почему 2D? Потому что его 2 дурака смотрят. Мы с тобой, что ли? Не мы с тобой, а ты с котом. Дорогая, я скинул 2 килограмма. Я очень рада за тебя. Смыть-то хоть не забыл? Да ну тебя в баню. Вот за что я люблю своего мужа. Он всегда и во всем поддерживает меня. Смотрите. Гена, можно я? Оксан, слушай, делай, что хочешь. Только отстань от меня, пожалуйста. Видели? Эх, Ген, что, закончились наши выходные? И что мы успели сделать? Правильно. Ни хрена. План выполнен.